много криптовалют, тоже наверняка слышали. А у нас пул с ограниченной эмиссией, всего 20 миллионов монет, и, естественно, он рано или поздно закончится, хотя по планам это 10 лет работы. А после того, как пул будет израсходован, мы сможем зарабатывать на спекулятивном моменте при торговле на бирже, что сегодня, собственно, делают с биткоином. Да? Хорошим таким моментом является достаточно надежный сайт. А по поводу финансовой грамотности хочу отметить, что это прям тема номер один, когда у тебя начинают увеличиваться доходы, как правильно распорядиться своими деньгами, как их управлять, куда их можно дифференцировать, да, по портфелям, в какие криптовалюты, как пользоваться биржами. Обо всем этом нам рассказывают на школах и на школах по кибербезопасности, как сохранить свои аккаунты, деньги, почты и так далее, как сегодня сделать свой бизнес в интернет максимально безопасным. Но здесь давайте чуть-чуть поговорим про майнинг. Что же такое майнинг, какие варианты майнинга бывают? Майнинг – это добыча монет. Если в традиционной жизни, в традиционном бизнесе мы деньги зарабатываем, то здесь мы добываем монеты. И по большому счету есть два способа добычи. Это с помощью специальных устройств, дорогостоящих, которые добывают, создают эти монеты, да, блоки так называемые, и майнят монеты. И второй способ добычи монет – это алгоритм Proof of Stake. За удержание еще здесь называют этот способ стейкинг, да, не майнинг, а стейкинг его называют. Собственно, этот метод мы используем в сообществе, вернее, компания Торос использует в сообществе, и мы с вами получаем монеты за удержание на кошельке. То есть каждый, приходя в сообщество, покупает себе монеты от 100 и более, до 10 тысяч у нас сегодня лимит, и за удержание на кошельке, ну, за популяризацию, другими словами, да, вам платят 1% в день. Это очень удобно, это очень просто, это не требует каких-то энергозатрат, временных затрат, и любой человек может здесь сегодня получать абсолютно спокойно пассивный доход. Ну, если у него нет намерений иметь больше, да, то есть в любом случае это во сто крат выгоднее, чем в любом банке. Если вы положили 100 монет, ну, сейчас давайте сразу для удобства я расскажу, что 1 торос равен 1 доллару. Так было принято сообществом для удобства исчисления. Я буду называть торос монеты, да, в нашем случае вы будете подразумевать, что это монета торос, и будете понимать, что она равна 1 доллару. Это стабильно, без всякой волатильности. Доходность в день 1%, соответственно, в месяц 30 и, соответственно, в год 365%. Но хочу сказать, это в случае, если вы не используете реинвест и сложный процент. В случае сложного процента доходность достигает 400 с лишним процентов в год. К примеру, допустим, 250 монет вы купили, положили их на майнинг, и за 2 месяца они у вас превратились в 490 монет. Если вы положили 500 монет, то они у вас превратились в 900, да, за 2 месяца. И вы можете сами посчитать и посмотреть, насколько это выгодно. Плюс у нас нет каких-то периодов окупаемости и рисков по поводу потери денег, потому что депозит, который вы кладете на майнинг, он возвратный. Ну, к примеру, вы положили 1000 долларов на депозит, и спустя какое-то время вам понадобилось 500 долларов на какие-то покупки. Или все 1000, ну, неважно, часть или весь депозит вы вдруг хотите забрать по какой-то причине. Все, что вам нужно снять с депозита эту сумму, и в течение 21 дня эта сумма придет к вам на баланс, вы сможете их вывести. Ну, естественно, что когда вы снимаете с депозита, то майнинг уже не происходит, и начисления ежедневные уже тоже не происходят. Начисления, которые происходят ежедневно, доходность, да, от депозита, может выводиться хоть каждый день, хоть несколько раз на день различными способами. Здесь тоже все просто. Я вам чуть-чуть позже про них расскажу. Если участник сообщества работает с реферальной программой, то, конечно же,
процент еще выше. Немаловажным фактором интереса работы и надежности является ликвидность монеты. О ликвидности говорит тот момент, насколько монета востребована, да, что можно на нее купить, можно ли торговать этой монетой, вывести ее на какой-то кошелек внешний, какие возможны переводы. Ну, наша задача превратить ее в расчетную монету, да, так как у нас в России, по крайней мере, на сегодняшний день криптовалюта не признана еще платежным инструментом, да, это ничто у нас в России на сегодняшний день, поэтому наша задача превратить монету в деньги фиатные, которые мы можем использовать в жизни, и таких вариантов масса. У нас есть способ вывода через Perfect Money, Pair, это платежные системы, да, через обменники, как минимум три я знаю, которые работают сегодня, и напрямую можно вывести из вашего личного кабинета сразу на карту, буквально там 20 минут, и деньги у вас на карте, на рублевой. Да? B2C-брокер-площадка позволяет выбрать правильные обменники, проверенные обменники, которые не подведут вас и сделают это максимально быстро и в сроки. Можно вывести на криптовалютный кошелек, менять с криптовалюты, можно купить биткоины и взращивать свои сбережения в биткоинах. Таким основополагающим моментом, очень серьезным, является то, что монеты торгуются на бирже, и биржа выбрана Five Exchange. Чем это хорошо? Но для нас это быстрые транзакции и достаточно дешевые транзакции. Ну, плюс еще сегодня является немаловажным моментом надежность самой биржи. Ликвидность монеты обеспечивают еще и бизнесы, которые на сегодняшний день с нами партнерятся. Ну, первые, кто начал это делать или кого подключили к нашей системе, это как раз площадка B2C-брокер. Возможно, тот, кто уже работал с обменниками, с какими-то проектами высокодоходными. Он знаком с площадкой BestChange. Вот B2C-брокер — это альтернатива BestChange. И задача наших партнеров — стать такими же популярными или, может быть, даже более популярными, чем BestChange, потому что на этом зарабатываются большие деньги. Да? Все обменники платят площадке мониторингу достаточно хорошие деньги за то, что они их продвигают и популяризируют. Второй наш партнер, стратегический партнер, это онлайн-казино torrescasino.com. Вы можете пройти на сайт, посмотреть, что это такое. Это действующий интернет-бизнес. Но вы сейчас должны понимать, что все это интернет-бизнесы, да, потому что сегодня основной темой продвижения — это продвижение в интернет является. И вот казино тоже популяризует нашу монету, потому что для того, чтобы в нем играть, нужно купить торкоины и ими уже расплачиваться. Казино зарегистрировано в Англии. Следующим партнером, их, кстати, немного, да, пока 4, но у нас в ближайшие, собственно, месяцы появится еще и еще, потому что это основная задача сообщества. Недвижимость в Турции. Вы можете зайти, посмотреть о возможностях. Это, правда, невероятные вещи. Я вот думала, что это немножечко там привилегии, но пообщавшись с нашими партнерами, я узнала, например, что 20% вы можете иметь скидку на недвижимость в Турции, Кипре, Греции, да, там части Греции. Причем коммерческая, некоммерческая недвижимость. Вы можете до 20% заплатить торкоинами, нашими монетами. И более того, если по вашей рекомендации в этом агентстве будет куплена недвижимость, то вы еще и получите вознаграждение в виде кэшбэка. Следующий бизнес, который с нами сегодня сотрудничает, это кэшбэк-сервис torrestravel.com. Вы можете найти их сайт и посмотреть все возможности. Это как авиаселс, да, площадка, где вы можете купить авиабилеты, забронировать отели по всему миру. Ну, это система, которая мониторит для вас все подходящие по вашему запросу варианты, выдает самые лучшие по цене и качеству. Вы из них уже можете выбирать самые выгодные для себя. Вот, поэтому, приобретая монеты, вы получаете платформу, готовую площадку для создания своего бизнеса. Причем
с минимальными рисками. Ну, понятно, что у нас и Армагеддон может случиться завтра, да, но тогда пострадают любые варианты бизнеса. Здесь вы можете сейчас прям взвесить и соизмерить все риски и возможности, которые перед вами открывает наша платформа. Хочу немножечко пройтись по дорожной карте, потому как я наблюдала это в реалии, была очевидцем событий, и хочу сказать, что здесь создатели, разработчики работают на опережение, что очень радует, и все, что было заявлено, происходило и внедрялось очень быстро. У нас прошла синхронизация токена с блокчейном, значит, мы работаем, залистен он на бирже, значит, мы уже работаем с полноценной криптовалютой. И вот последние новости, которые с появлением сайта и возможности последние, это заказ карт корпоративных, брендовых карт, которые позволят вам, нам всем выводить напрямую из личного кабинета деньги на криптовалютную карту. Здесь, ну, прям тоже это и момент надежности, и момент простоты определенной, да, надежности почему? Потому чтобы создать карты, например, платежной системы Visa или MasterCard, нужно пройти ряд проверок, таких жестких, серьезных проверок, предоставить документы о своей легальности, о том, что вы и как вы, что вы будете делать с этими картами и так далее. Да. Помимо всего, за сегодняшний день уже известно, что карта стоит $180, что этой картой можно рассчитываться в магазинах, то есть мы переводим с кабинета криптовалюту, он автоматически конвертируется в фиатные деньги, доллары, евро, рубли, посмотрим, как это будет все выглядеть в личном кабинете, и вы можете без процентов рассчитываться этой картой при покупках в любых магазинах, где используется платежная система MasterCard. Это все магазины у нас на сегодняшний день, согласитесь. Первый год обслуживания карты будет без комиссии. В дальнейшем комиссия будет небольшая, $2.5, насколько я запомнила. В общем, это хорошая анонимная вещь, да, такая альтернатива всем вариантам вывода, которые сегодня существуют. Самое главное, это очень просто и быстро. Хочу сказать, что когда я только начала действовать здесь, в этой системе, у меня была такая мечта выйти на доход ежедневный $50 в сутки. Это случилось быстро, и потом я придумала, что мне нужно 100, и это было бы прям совсем здорово. Вы знаете, когда случилось 100, и я вижу результаты своих коллег, я понимаю, что сегодня и 300, и $500 в сутки – это очень реальные деньги для тех, кому хочется больше, кто готов что-то делать, а не только вложить деньги, а еще и энергию и усилия, и это очень радует и очень вдохновляет. Поэтому я сегодня с вами вот так вот от души делюсь всеми этими возможностями. Ну и давайте сейчас немножечко разберем маркетинг. Он очень простой, он очень доходный, здесь трудно запутаться. Маркетинг до 6 уровня. И чтобы получать доход с дохода вашей первой линии, нужно на майнинге иметь минимум 100 монет. 100 монет долларов, да, еще раз я сейчас подчеркну этот момент, и это абсолютно реальная и доступная сумма сегодня для любого человека. Чтобы получать доход со второй линии, необходимо 5 партнеров первой линии с депозитом минимум 250 торус у каждого. То есть вам нужно пригласить 5 партнеров по 250 торус. Хочу сказать, что у меня даже нет сегодня партнеров, у которых 250 торус первой линии, у всех гораздо больше суммы. Чтобы получать доход с дохода всех уровней, необходимо, чтобы у вас во второй линии было 20 человек с депозитом 250 торус у каждого. Как это происходит? Вот здесь главное не думать про то, что «Ой, как же я приглашу 5, а потом мне еще нужно 20 во вторую линию пригласить». Нет, ребят. Здесь это все настолько естественный, органичный процесс, что когда человеку нравится, и он видит смысл и понимает выгоду
своего участия, он очень щедро делится этим от души со самыми близкими людьми. И вот что происходит, когда вы в первую линию пригласили 5 или 10 человек, ну, то есть статистика тоже работает, да, поэтому чем больше, тем лучше. Тем более я хочу сказать, что первая линия дает самые большие деньги, поэтому маркетинг сделан так, что вам выгодно приглашать первую линию. И пока вы занимаетесь приглашением в первую линию, у вас автоматически образуется вторая линия, третья линия, четвертая. Потом у вас вдруг случайно закрывается база, и сразу вы получаете одну или две, или сразу три премии, как я сегодня это наблюдаю, активных участников нашего сообщества. Но у нас есть еще такой вот премиальный бонусный формат для тех, кто строит организации и продвигает это как бизнес. Зарегистрировано наше сообщество под названием Torus Community Ltd. в Англии. Ссылку на реестр налоговой Англии вы можете посмотреть на нашем сайте официальном, пройти и все проверить, дабы понимать надежность, легальность. У нас сегодня есть все основания с чистой душой и далеко идущими намерениями пригласить вас к сотрудничеству, потому что это невероятно выгодно, и вы, в принципе, уже услышали, да, доходность 30% в месяц, если без учета сложного процента. У меня есть партнер, который зашла в бизнес с заемных $100. Прошло 4 месяца, и сегодня у нее на депозите 2700, и она получает $100 в сутки. Поэтому, кого греют такие результаты, кому это интересно, добро пожаловать. У нас есть целая выстроенная система, которая позволит это сделать. Сегодня это очень доступный бизнес. Я проговорила, что $100 вход у нас. Реинвест у нас от $51. То есть, ну, если у вас больше 50 накапало, то вы можете их реинвестировать и увеличивать свой депозит, тем самым увеличивая свой доход. Наша система очень перспективна, потому что я проговорила, мы работаем 4 месяца. За 4 месяца сделано очень много. И мы вот буквально в конце декабря общались с разработчиками компании, нам рассказывали о планах, и, друзья, у нас будут цифровые активы очень скоро, и самые активные участники смогут стать акционерами, да, так если по-русски сказать, если по-цифровому, то иметь часть долей и получать прибыль от бизнеса комьюнити. Это супер, это очень здорово. Более того, тем, кто сегодня уже показывает результаты построения структур больших, вознаграждены этими бизнесами, этими активами в количестве 100 штук. Это очень приятно. Большое-большое спасибо. Я в целом все рассказала на сегодняшний день. Вам всего доброго. До свидания.